После 6 лет в оппозиции, сегодня вы практически снова оказались у власти. Да где ладно. Лучше? Да как ладно. Вы себя чувствуете? Что ты так себя обижаешь? Я не... В политическом плане недооцениваешь. Что ты не понял, почему мы голосовали за это правительство? Какая мы у власти? А как не у власти? Мы и не в блоке, и не в альянсе, и не в каком-нибудь там, как еще что-то там есть. Не, коалиция. Не, коалиция. Ни за что, нигде. Мы голосовали за то, чтобы спасти страну и людей от досрочных выборов, от всей этой политической нестабильности. Это основная цель, чего мы голосовали. Основная. Есть и другие, так сказать, подстрочные цели.